Это новости. Меня зовут Лаура Жакупова. День добрый. Более 300 вопросов про выборы за последние несколько дней поступили в Республиканское общественное объединение «Юристы за справедливые выборы». На самые популярные из них сегодня ответили на пресс-конференции. Казахстанцев интересует, кто может стать наблюдателем, как регулируется порядок проведения дебатов, что нужно делать, если столкнулся с неправомерными действиями и как вообще распознать их правомерность. В частности, юристы рассказали, как нужно вести себя, если вы стали свидетелем вброса бюллетеней. Надо обратиться в территориальную избирательную комиссию, которая должна принять меры к члену участковой избирательной комиссии, допустившему такие вещи. Меры следующие. Этого человека отстраняют от должности. Это все предусмотрено законодательством. Но есть еще и меры административного воздействия к таким лицам, группе лиц, возможно. Значит, можно обратиться сразу в суд. Даже не требуется составление протокола. Юристы также объяснили, что при фиксировании случая вброса бюллетеней Центральная избирательная комиссия обязана оповестить об этом случае средства массовой информации. Мимо не пройдет эти вещи обязательно по цепочке. Транспарент. Да. Начиная с территориальной избирательной комиссии, на нее возлагается контроль за работой участковых избирательных комиссий. Эта информация попадет в ЦИК. Там тоже есть пресс-центр, и, безусловно, он обязан эти вещи обнародовать. Конечно, попадет в прессу обязательно. В Атырауской области в выборах президента Казахстана примут участие около 40 тысяч вахтовиков. Большая их часть занята на возведении завода третьего поколения на Тенгизском нефтегазовом месторождении. Все, кто возьмет по месту жительства открепительный талон, проголосуют в поселке Жана-Каратон, расположенном поблизости от Тенгиза. Люди же, занятые на объектах установки по очистке морской нефти морского месторождения Карабатан, проголосуют в поселке Геолог. Казахстанцам, оказавшимся в этот день на искусственных островах в море, члены участковой избирательной комиссии прилетят с урнами для голосования на вертолете. Строители Тенгиза голосовать будут на избирательных участках Жана-Каратона, расположенных в двух средних школах. Сотрудники с Карабатана в школе поселка Геолог. За доставку вахтовиков отвечают подрядные компании, которые предоставят автобусы. Чтобы не прерывать рабочий процесс, голосовать вахтовики будут по очереди. Больше 200 тысяч сотрудников различных государственных структур Франции приняли участие в общенациональной забастовке. Причина – новый законопроект, предусматривающий реформу государственной службы. Профсоюзы опасаются, что нововведения усугубят нестабильность работы служащих и ухудшат качество услуг для населения. Больше всего реформа ударит по регионам школы. Больницы и другие учреждения уже испытывают постоянный дефицит кадров. Невысокие зарплаты и перегрузки сделали государственный сектор непопулярным местом работы. По данным профсоюзов, 70% бюджетников имеют нестабильные рабочие контракты, что, несомненно, сказывается на качестве жизни. Под угрозой реформирования оказались и льготные отпуска. На следующей неделе спорный законопроект будут рассматриваться в Национальной ассамблее. И этой забастовкой профсоюзы хотят добиться его отклонения. Из года в год наша зарплата остается неизменной, но каждый год есть инфляция. И, к примеру, за 10 лет мы теряем 25% зарплаты. И эти деньги идут в карман банков. Мы говорим, нет, это нужно остановить. Мы пришли, чтобы спасти социальный сектор, в частности, молодежный спорт. Сегодня есть проблема, у нас есть молодежь, и она должна будет платить больше за государственные услуги. Ходить в спортивный клуб теперь будет дороже, потому что сотрудники, занимающиеся организацией молодежного спорта, будут отстранены или переведены. Соединенные Штаты Америки арестовали северокорейский сухогруз. Об этом сообщается на сайте американского министерства юстиции. По данным ведомства, судно использовали для нелегального экспорта угля и импортной военной техники, скрывая его принадлежность. А это нарушает санкции США и ООН против Пхеньяна. Это уже не первый случай, когда Вашингтон задерживает судно из КНДР за нарушение санкций. Иск о конфискации корабля подан в Федеральный суд Манхэттена. Судно арестовано на американской территории, но где именно, не уточняется.
Битва за ливийскую столицу Триполи может привести к вспышкам опасных инфекционных заболеваний. Во Всемирной организации здравоохранения опасаются распространения холеры, гепатита, брюшного тифа и кори. По словам специалистов, сейчас боевые действия перемещаются к центру города. Там плотность населения больше, а это значит, что все больше людей могут попадать под перекрестный огонь. Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифа Хафтара начала наступление на Триполи в начале апреля. В ходе боевых действий погибли более 400 человек, свыше 2000 получили ранения. В Кокшетау духовой оркестр сыграл военные песни во дворах домов ветеранов Великой Отечественной. Необычный подарок подготовили курсанты Технического института Комитета чрезвычайных ситуаций. Подробнее о музыкальном поздравлении наш следующий материал. Музыка под окном застала врасплох ветерана Великой Отечественной войны Асылбека Даулетова. Услышав знакомые ноты, он не усидел дома. На фронт он попал в 1943 году. Тогда ему было 18 лет. Вы поднимаете наше настроение, вы поднимаете нам. Создаете условия для того, чтобы мы своим настроением, как бы сказать, помогаете именно нам поднять настрой. Великая Отечественная война оставила след в жизни миллионов людей. Асылбек Даулетов не исключение. На фронте погибли двое его братьев и отец. А вскоре он сам оказался на поле боя. Я призывался в армию. У меня ростом был 1,50, вес 45 килограмм. А у вас сейчас 1,70, ниже нету. И вот 80, 1,90 и 70, 60-70 килограмм весом. А 40 килограмм никого нету. А я был 45 килограмм. Вот такое. А сейчас вот 1,70. Вот сколько вы. Я, когда призывали, вот эта винтовка была выше меня, трехлинейка, 166 там сантиметров, а я был 150. Вернулся с армии, у меня уже вот эта винтовка была вот здесь. Вот. Я вырос в армии в трудных условиях. Сейчас пенсионеру 93 года, но несмотря на преклонный возраст, ветеран бодр и активен. Дети его очень любят, они почитают его, они знают, что в нашем доме живет единственный ветеран. Он показывает пример не только взрослым, но и детям. Утром выходит на зарядку, как только погода наладится, выходит гулять, показывает всем пример, что нужно находиться всегда с людьми, нужно всех уважать, со всеми здороваться. Музыкального поздравления удостоились все ветераны города. Прямо во дворах духовой оркестр сыграл известные всем песни «День Победы» и «Прощание славянки». В Кокшетау живут 15 ветеранов войны. Мы обошли каждого и сыграли самые известные песни военных лет. С помощью музыки мы попытались донести до ветеранов свою благодарность. В Великой Отечественной войне участвовали 90 тысяч жителей Акмолинской области. Но домой вернулась лишь половина из них. Рауль Габитов, Дамир Берикулы, Анатолий Поляны, Хабар 24, Кокшетау. Оригинальное поздравление к празднику получила также ветеран тыла и противопожарной службы Восточного Казахстана Мария Никина. Бойцы службы ЧС Усть-Каменогорска решили вручить ей цветы прямо в окно. Правда, находится оно на 4-м этаже, но для спасателей покорения высот задача привычная. У пожарных Усть-Каменогорска сегодня особенный выезд. Они приехали не бороться с огнем, а готовить сюрприз для ветерана. Мария Никина про подарок с окна еще не знает. Ждет гостей дома, прихорашивается. Она уверена, женщина должна быть красивой в любом возрасте, а в 91 год особенно. Но карты сотрудникам служб ЧС приходится раскрыть, как ей окно в квартире. И служим по отношению, поздравляем вас с праздником. Ветераны Великой Отечественной войны, они для нас подают хороший пример. Мы стараемся каждый праздник не забывать их, заходить, поздравлять, спрашивать, как их здоровье и чем-нибудь помогать. Ну вот такого сюрприза
не ожидала, что мне такой простой девчонке, выращенной этой службой от рядового доработника областного аппарата, вот это, да, что быть почетным ветераном. Но это внимание заслужено. Мария Никина – настоящая героиня. Считают в службе ЧС. В тылу она трудилась на рыбоконсервном заводе с 12 лет. В 15 попросилась на фронт. В райкоме комсомола сказали, вы, и говорит, и здесь нам нужны, что на заводе в основном все работы были возложены на детей и матерей молодых, да. Все для победы, все для фронта. Мы работали по 10 часов. Я приходила рано на завод, а уходила в 12 часов ночи. И до сих пор для Марии Васильевны забота о людях – норма жизни. Свою послевоенную судьбу она связала с противопожарной службой и гордится своей благородной профессией. Вячеслав Петлугин, Анелия Синбердина, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар 24. Память погибших в годы Второй мировой войны почтили в Лондоне. К монументу советских солдат в парке у Имперского военного музея Великобритании возложили венки. Церемония уже стала традиционной. Расскажет об этом Халымжан Караманулы. Памятник, посвященный советским солдатам и гражданам, погибшим в борьбе с фашизмом, был открыт ровно 20 лет назад. Он находится в Лондоне, рядом с Имперским военным музеем. Монумент сделан из трехметровой бронзы и олицетворяет женщину, склонившую голову. Сверху нее возвышается колокол, а внизу лежит гранитный камень с памятной надписью. Почтить память погибших в годы Второй мировой пришли британские ветераны. Среди них и 94-летний Симо Уильям Тейлор. Во время войны он служил в ВМФ Великобритании. Я желаю всего наилучшего народу Казахстана, крепкого здоровья тем, кто, как и я, противостоял армии фашистов. Кстати, в основании памятной гранитной плиты хранится земля Казахстана, России, Украины, Беларуси и других стран, давших достойный отпор солдатам вермахта. В этот день представители этих государств в лице дипломатов возложили венки и цветы к монументу. Основная цель мероприятия – это напомнить гражданам Соединенного Королевства, что 27 миллионов советских граждан, военные и простые жители, потеряли свои жизни в борьбе с фашизмом. Это никогда не должно быть забыто. Истории военных лет ветераны и многочисленные гости торжественной церемонии смогли обсудить за столом. После официальной части мероприятия дипломатическими корпусами была организована совместная акция «Тост за победу». Халымжан Караманулы, Великобритания, специально для Хабар 24. Память советских и бельгийских воинов, погибших в годы Второй мировой войны, почтили и в Брюсселе. Представители дипломатических миссий Казахстана, России и других стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, Китая и ФРГ, США, Франции и Великобритании, представители также Русской православной церкви возложили венки к памятникам советским воинам, павшим за освобождение Бельгии, и бельгийцам, участникам движения сопротивления. С казахстанской стороны венки возложили посол Казахстана в Бельгии, глава миссии нашей страны в ЕС и при НАТО Айгуль Куспан, представители Министерства обороны нашей республики, аккредитованные в Бельгии и НАТО. На брюссельском городском кладбище коммуны Эвер находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой, в том числе и советских воинов, павших за освобождение Бельгии. 20 лет назад здесь был установлен монумент советским солдатам и небольшие надгробные плиты с их данными. Тема мира сегодня, наверное, тоже особенно актуальна в наше непростое, сложное, очень турбулентное время. Мир очень легко разрушить, но очень трудно построить, и его нужно беречь. И вот сегодняшнее мероприятие является очень таким хорошим напоминанием тому. Мы находимся вдали от Родины, но от имени всего посольства Казахстана в королевстве Бельгия. Хотим поздравить наших ветеранов, их осталось очень мало. Хотим поздравить их с Днем Победы, с Днем Великой Победы. И пожелать им крепкого здоровья, чтобы были они окружены теплом, вниманием, лаской.
Мы должны продолжать сохранять память о тех днях. Посмотрите, у нас здесь сегодня больше флагов, чем знаменосцев. Мне самому уже 82 года, я инвалид. Но главное для меня — быть здесь и продолжать чтить. Я благодарю все народы, которые пришли сегодня к монументу захоронения советских партизан и почтили память всех тех, кто сражался за мир. Память павших в годы Великой Отечественной войны почтили и в Берлине. Церемония возложения венков состоялась в столичном парке у мемориала советским воинам. Кроме послов нескольких стран, отдать дань памяти пришли жители столицы и наши соотечественники. Я отмечу, что мемориал построили в 1945-м в честь тех, кто погиб в сражениях при взятии Берлина. На этом кладбище покоятся 2000 солдат. Среди них есть и казахстанцы. Приносят цветы горожане и в Трептов парк, где расположен монумент советскому воину. Я пришел сюда, потому что этот день очень важен для меня и всех немцев. Это день освобождения Германии от фашизма. Это значит, что сегодня мы все можем наслаждаться свободой и миром. Поэтому я считаю, этот день завершения войны важен как для всей Европы, так и для всей планеты. Фотогалерея, посвященная казахстанцам, героям Великой Отечественной войны, открылась в Берлине. Акцию организовало посольство Казахстана в Германии. Среди черно-белых снимков фото знаменитого Рахимжана Кошкарбаева, водрузившего первым знамя победы на Рейхстаг, не забыт и героизм Талгата Бигельдинова, летчика, который при освобождении городов Знаменки и Кировограда в воздушных боях лично сбил 4 вражеских самолета. Представлены также фотографии снайпера Алии Молдагуловой и пулеметчицы Маншук Маметовой, двоих храбрых казашек, которые, к сожалению, как и многие герои, не дожили до окончания войны, но подарили нам с вами мирное небо. Фотогалерея будет работать до 15 мая. Наши герои отправились на фронт, и чтобы одержать победу, не пожалели своих жизней. Мы обязаны это помнить. То, какой ценой достался нам мир, должно не забывать и молодое поколение. Все это благодаря нашим ветеранам. Они всегда будут в наших сердцах. Больше 30 атырауских крестьянских хозяйств привезли свою продукцию на ярмарку в областной центр. Приобрести выращенные на полях и фермах можно на коммунальном рынке Сарайшех. Говяжье и верблюжье мясо, молочная и колбасная продукция, яйца и овощи привлекли покупателей не только свежестью, но и ценовой палитрой. Килограмм говядины, например, на рынке можно купить за 1600 тенге. В супермаркетах оно стоит не менее 2200. Десяток яиц стоит 230 тенге. Против 300 в магазинах. Дешевле и овощная продукция. Продавать свою продукцию по фиксированным ценам, конечно, мы заставлять не имеем права и не делаем этого. Но на коммунальном рынке для местных производителей есть ряд льгот. И главное, они освобождаются от оплаты за торговое место. Вот поэтому все и реализуется по ценам ниже рыночных. Праздничная ярмарка прошла в Туркестане. Торговые прилавки развернули на городской площади. Местные предприниматели представили 60 видов сельхозпродукции, 3,5 тонны мяса, 25 тонн овощей, почти 4 тонны молока и свыше 40 тонн других экологически чистых продуктов продавали по ценам ниже рыночных на 10, а то и 15%. На ярмарку приехали аграрии из 4 районов области. Они привезли продукцию на 36 миллионов тенге. Ярмарки в Туркестане проводятся нечасто, но горожане начали привыкать. Это уже третья акция за 2 недели. Число покупателей непрерывно растет. На Талдыкурганском городском ипподроме в честь празднования Дня Победы прошел республиканский турнир по национальным конным видам спорта. В нем приняли участие более 150 спортсменов и лошадей из разных уголков республики. Они состязались на дистанциях в 5, 9, 25 километров, а также на 7 километров среди иноходцев. Прошли соревнования по кокпару, тенге-илю, жамбе-ату и аударраспаку. Ко дню столицы мы также планируем провести масштабные соревнования по национальным конным видам спорта. Они пройдут в недавно образованном Раймбекском районе. Кроме того, в планах проведения традиционного республиканского турнира на кубок первого президента на ипподроме Кокпастау.
На этом пока все. До встречи.